Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами вновь Каспер Готхант, с вами вновь StarLadder TV, и мы начинаем смотреть последнюю, возможно, катку сегодняшнего дня, RRQ против MythTrust. Ну и давайте узнаем, последняя ли это будет катка. Для этого нам нужно заглянуть быстренько в турнирную таблицу, которая постоянно у нас обновляется. Все намекает на то, что переигровки вряд ли будут. И сейчас Митхи выигрывают, у них становится... Ну я сейчас посмотрю, какие у нас параллельные встречи. MythTrust, так, Orange играют с First Departure, Минески играют с MVP. Ну вот, Минески MVP, там много может выясниться. Если Минески все-таки выиграют у MVP Phoenix, они, в принципе, вырвутся. MythTrust могут тоже сейчас вырваться вперед. Orange уже что, все отыграли? Нет, Orange тоже еще. А, Orange, да, вот сейчас они против First Departure. Скорее всего, допустим, выиграют, да, будет 18 очков. Минески, если проиграет у MVP, то беда. То Минески пролетают, у них 15 очков, а у трех команд, ну, я имею в виду, вот, если Orange выиграют у FD, которые ниже, ну, скажем, самые ожидаемые, да, результаты, у них 18 очков. Если MythTrust сейчас выигрывают у RRQ, ну, это ожидаемый результат. Них тоже 18 очков. И остается как раз вот у нас игра Минески против MVP. Если выигрывают MVP, у MVP 21 очко. Но переигровок не намечается, на самом деле. Погоди, но если Минески выигрывают, то у нас у четырех команд будет по 18 очков. Переигровка на 4? Переигровка на 4 команды будет. Если Минески выиграют у MVP? Если Минески выиграют у MVP. Myth выиграют здесь, и Orange выиграют у First Departure. Ну, блин, это ожидаемые результаты, кстати, потому что Минески должны выигрывать у MVP. В теории. А на практике посмотрим. Ну, может быть, и First Departure что-то покажут с Orange, или вот сейчас RRQ, например, с MythTrust. Что-то смогут сделать. Это мы выясним вот буквально прямо сейчас. То есть вот такие у нас могут быть расклады. Сильно. Да, либо переигровка на 4 команды, либо там один коллектив все-таки пролетит, скорее всего. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. Что там у нас? Где мой чатик? Да, Дерево, Джакира, Nyx Assassin. Нечто подобное мы видели у команды MVP Phoenix. Да. Был у них похожий пик. Так, а там у нас Бэтрайдер, Шадоу, Шаман у Made in Thailand. Ну и будут ли добирать что-то под пуш? Блин, вчера выглядел игру MVP, где они взяли Нагу и Медведа. Только Медвед вместо Радианса, соответственно, Нага была, собрал сразу Дезолятор и Кирасу. Просто, просто сходу. Просто пошел изничтожать вышки. Минус один, сколько там, минус 12 армора, буш. Не, ну это на самом деле очень мощная штука. Но у нас Нага Сирена появляется. Это Нага Сирена в мид или Нага Сирена на суппорт роль? Пока непонятно, все будет, я думаю... Мне кажется, в мид вряд ли тут начнут придумывать что-то. Не, ну она и на роли суппорт неплохо, в принципе, смотрится. Так, у нас Dragon Knight у RRQ. Это уже, скорее всего, точно в мидл. Никс у нас тогда получается в сложную, да, Джекира, Тренд Протектор, суппорты, то есть не хватает хардкерри. На самом деле, если... Не, я задумался о том, что вряд ли это будет суппорт Нага, потому что котел появляется. Уже котел, да, уже вряд ли это суппорт если... Нага. Она может и пофармить пойти.
все идет так вот, ну, как действительно, насколько сильны команды, то нас действительно ждут переигровки на 4 команды. Его последний бан. Минус Висп? Да. А так ты видел, что творили Дикей? Висп плюс котел. В смысле? Не, ну туда-сюда катали людей, это я знаю, да. Но ну, там что, еще и Shadow Shaman есть. Раз ты могла пойти в мид, Нага пошла бы на фрифарм. Ну, может и что-то такое, не знаю, посмотрим, ну, может нормально быть. Нормально получилось бы. Ну, может быть, всякое бывает, посмотрим. Так, сейчас название стримчанского только поменяю, у нас тут Mistrust против RRQ все-таки. Все-таки. Это не... Juggernaut. Вот это интересно, на самом деле. Тренд протектор. Интересно, интересно получается у нас тут. Так, снова... Пара-комментатор. Тут тоже, кстати, вот Вирм пишет, что осталось по одному матчу для каждого из коллективов, которые претендуют на плей-офф стадию. Мы посмотрим, кто же все-таки сможет преодолеть себя и... Слить. И слить, да, эту катку. Не, на самом деле, у RRQ, у них такие герои, которыми можно выигрывать. Ну, блин, да в Доте все почти герои, которыми можно выигрывать. Вот Джиггернаут. Не, ну если это будет там Инча, Огрмак, там, я не знаю, что у нас там еще есть такого. И что? Импетусы под Блудбластом. Просто истребил. Да. Подходит к тебе такой Леон, говорит, вот этим пальцем так. Эй, какая у меня подруга. А у нее БКБ. Быджжжж. Тогда Лина. Она такая подходит. Иди, подруга. Ну так гони в линии. Ну так гони в линии. А там блейдмейл. А то есть, а козе БКВ собирать, наверное, не надо деньги тратить, да? Ну и в лесу попроще. Эти отмазочки пошли сразу. Подожди, Элдор Титан, это куда? Понимаешь, тут много вопросов. Куда? Как, зачем и почему? Чтобы трейдер в мид, может, вообще сейчас уедет? Непонятно. Ну, совсем непонятно. Ну да ладно. А, разбирают у нас потихонечку героев, игроки. И... Ну? И... Да, все, поехали. Поехали, поехали смотреть. Так, призовой фонд уже 5 миллионов 388 с половиной тысяч долларов. Твою налево. Какие же это деньжища. Ладно, друзья, команда Mistrust, Bombshell, или... Не, это Boombell, Boombell, да, это Boombell Shadow Shaman, Batrider, Abba, Laykills играют у нас на Нага Сирене, Танк на Котле и... Кто у нас последний? Кут. Угол. ТНК, блин. Танк на Котле. Ну, танк на Котле. Ну, там Тенк вроде когда-то не писалось. Ну, ладно, команда RRQ на Фаре опять играет на Никсе. Бубу на Джакирко. Дальше у нас Ксван на Драгонайте в миде. В легкой линии пока что у нас Гиена на Тренте и Коала на Джаггернауте. А где мой любимый тип? Какой именно? Ну, Фурион. Фурион. И он не из этой команды. Он не из этой команды. А за кого он играл? Он играл за... Сейчас тебе скажу, за кого. Он играл... За Execration он играл. Блин, ну... Ай, короче, я ливаю. Скажи, это не та катка, куда вы меня привели? Да, я же стример команды. Execration. С детства за них. Ну, тут пока, если смотреть по линиям, Elder Titan, да, сложный. Бутрайдер действительно в миде, и Нага фармит с суппортами, котлом и Shadow Shaman. Но вот с такими суппортами Никсу лучше не подставляться. Или кто бы там ни был, Никс, ТХД, вообще фиолетово. Shadow Shaman пытался догнать руну инвиза, как по мне, лучше бы разбил вообще ее к чертям, и все, и не было бы никаких проблем. А сейчас Никс будет стоять и получать опыт на халяву. Ему вообще никто ничего не сделает. Ну и опять 2-1-2 от команды RRQ и стандартный 3-пла с соло-линией, с соло-флейном у команды Mistrust. Блин, ну фишка в том, что если RRQ хотят выиграть, им надо начинать творить экшен с самого начала. Потому что мы видели, что Нага всегда в 90% случаев заканчивает игру в свою пользу. Если ей дадут быстрый собрать радик, то потом выиграть, да, если, 10 если раз Нага труднее. Будет, если Нага будет действительно вот так фармить спокойно, то проблем будет очень-очень много. Ну и мы видим, вот он котел, пошел уже задувать. Shadow Shaman тоже выходит периодически, там разменивается по хп с людьми. Shadow Shaman, напали на него. Окей.
Ну и как там дела идут у Элдер Титана? Элдер Титана тут поймать будет посложнее, потому что у Трента стана никакого нету. Джаггернаут, крутись, не крутись, все равно Элдер Титана он тоже как бы не догонит сам. Ну а здесь Нага Сирена продолжает избивать крипов, избивать людей. 6-0 после первых пачечек у Нага Сирены. Ну и в миде Бэтрайдер против Драгонайта. Кстати, смотри, как тебе такая версия? Бэтрайдер поливает напалмом Драгонайта. Почему Драгонайт не зажигается, когда сам дышит огнем? Что за фигня? Тут много тогда таких вопросов может возникнуть. Нет, у меня возник конкретный вопрос. Как почему вообще он не загорается? Можно Fireflame выжигать? Он может нагреваться и автоматически перекачиваться в силу. Но он испаряется, например, если слишком высокая температура у Firefly. Тут все более-менее логично. А вот почему ДК не загорается, я не понимаю. Это бред вообще. Нереалистично все. Да, гоблин верхом на летучей мыши — это реалистично, а то, что ДК не загорается, это нереалистично. Блин, я даже не задумывался о том, что это гоблин на летучей мыши. На доту вообще посмотреть, тут много чего не так. Да, например, что ДК не загорается под напалмом, когда сам дышит огнем. Что это за бред вообще? Так, смотри, у нас тут напали на котла. Ну, как-то слишком, не знаю, разрозненно атакуют ДХД и Никс Ассасин. Могли сейчас, например, напасть на котла, попытаться вообще его убить в салат. Но не стали этого делать. Я видел, чем заканчивается вот это. Давай попытаемся убить в салат. Оп, ну, смотри, поймали. Задувочка. Правда, не попадает. Котел. Да. Котел, котел. Я так понял, у нас тут два вообще коллектива, достойные друг друга. Одни трипло не могут убить даблу, причем... Один милишник на этой дабле, да. И вторые, в принципе, просто клювом щелкают. Хотя, не, вторые на самом деле делают все более-менее правильно. Они тут еще умудряются крипов, да, Никс. Смотри, где бы ты такое видел, чтобы Никс в сложной против триплы крипов бил руками? Вот просто. Добро пожаловать. Welcome to the International. Да, процитирую Гейба, да. Где я мог это увидеть? Четвертый заряд там уже по Драгоннайту залетает. Че, ирки? Ой-ой-ой, ты посмотри, там First Blood, наверное, раз-то погибает на топе. Ай-яй-яй-яй-яй, задувочка, карапасы, ну там соу-слоу. Боже мой. Или со слоу, я не знаю. Погодите, дабла убивает трипло, если что. И Никс-то идет дальше. Стики, у него и Никс-то идет дальше, и это минус ТНК, и это даблкилл сложно. И вот Никса и ТХД против котла. Расты и Нага Сирены. Сейчас дерево погибнет. Я увольняюсь просто. Где дерево погибнет? Какое дерево погибнет? Ты комментишь, а потом поговорим. Да, это просто грязь, друзья. И вот эта команда... Ладно. Все. Я хочу, чтобы выиграли РРК, чтобы у нас не было переигровок. Так там, знаешь, все может перевернуться, там кто-нибудь еще где-то сейчас выиграет. Сейчас все везде проиграют, да, и тоже переигровки, да? Смотри. Подожгли здесь Драгонайта, есть Хиксуля. Четвертый стак, загораются. Дивинг Армор упал просто мгновенно. Ну понятно, там горит все жутко. Вот я же говорил, что Драгонайт горит. Слушай, а считается ли Ливинг Армор как лишнее поджигание? Потому что это же деревья, а не костер. Кстати, да. Возможно, дерево сейчас угробило Драгонайта. Косяк. Точно. Не, ну там же сырое дерево. Почему? Ну, оно что-то живое? Свеженькое, да, оно же новое. Блин, ну когда... Или он так сухими, так... Ну, может, обмотал. Да уж. Ладно, ну, что мы имеем? Мы имеем четвертый левел Никс, у которого сейчас будут Аркан Буцы уже. Который прогнал триплу, чтобы вы понимали. Нага Сирена идет на базу. Чувак, кто понял жизнь, тот не спешит. На 2 минуты, на 3 позже Рединс ничего не меняет. Действительно. Если он вообще будет. С Митхтраст. Welcome to the International. Она Аегис отнесла на базу. Так, ну стоит здесь Вардевич, что у нас Нага Сирена возвращается на линию. Не, нормально все, Никса. Вот они появляются, Аркан Буцы. И заливать сейчас начнут просто по кулдауну. Да, так и есть. Котел, сразу карапасы, сразу задувочки. Хорошо. Слушай, окей. Очень больно. Ну, следующий... Оказывается, тогда можно вот триплой бить людей.
Еще и кентавр там помогает. Кентавр просто, ой-ой-ой. Кентавр это реально MVP, но... Минус 2, точнее. Еще Бэтрайдер сюда прилетел. Джиггернаут, котла. Коня изрезал просто. И тут Драгонайт на развороте. Ты посмотри, есть стан за дубочкой классный, но тычечку в нагу нужно дать. Ну ладно, давайте хотя бы раз. Ну хотя бы раз-то ограничимся, действительно. Джиггернауту достается фраг. Тренд Протектор у нас тем временем погибает на ботами. Его в соло убивает товарищ Кут. Ну и я что могу сказать, друзья? Я могу сказать, что у... Джакира сейчас убьет Элдера. Да. В соло. Пришел и убил Элдера. Джакира. Это как Никс сложный убивает триплу. Так же... Не, ну X-Mike, в принципе, сейчас потирая усы, говорит, да, моя школа, вот, вот так вот на Никсе надо играть протирая сложно. Никсы? Да, протирая Никсы. Так, как там дела, кстати, у Драгонайта? У Драгонайта пока тапок, грейдженные стики и... А, он еще перчаточку себе принес. Ну, более-менее, в принципе... 30 крипов у него добито, одна смерть, один ассист. Да, игра, конечно, обещает быть очень веселой. Да, потому что я уже понял, что тут победитель может быть любой. Хотя, как по мне, если сейчас Нага у Мист Траст провалится, то все, тут ГГ вообще не обсуждается. Почему провалится? Восьмая минута, 1700 на руках есть. Потихонечку, потихонечку, к 16-17 минуте. Понимаешь, будет. Да, Радианс будет. Но я уже видел, поверь, Нагу с Радиансом, вот мы с Ластом как раз комментировали игру, которая после этого ходила, танковала в драках. У нее там 1000 хп, и она такая, вперед. For the glory! Бум! Две секунды. Валена, как и две секунды? Там полторы секунды ее нету. Лучше, чем Фурион, который в драках не участвует. Тут хотя бы тимплейный пацан. А почему его команда не поддержала? Это уже другой вопрос. Команда не поддержала, потому что Нага пошла чуть ли не там самая первая за один экран от команды, типа, танковать. Говорит, я сейчас разведу, типа, я иллюзия. А они такие поплюхи скинулись, и оказалось, что настоящая... Смотри, ломанулся, зараз ты. Чтоб ты понимал, да. У него просто ворты, но это ничего. Не-не, ну нормально, тут сейчас вышку начнут пушить, так что все окей, надо вот подлетает у нас Ксман. А чё качается Джиггернаут? А, ну единичку есть вард. Ну так это нормально, вот чисто так подпуши, да, это укайная схема. Подходит Элдер Титан, который с хастой. У Джиггернаута уже Омнислэш откатился. У Бэтрайдера, кстати, появляется даггер. Кстати, у Бэтрайдера-то даггер очень тайминговый даже. Да, 9 минута, очень неплохо. А где он стоял? А, ну медловый. Что ты хочешь? И он еще и Драгонайта убивал. Спелый садовый? Спелый садовый, медловый. Бэтрайдер медловый. Там говорят, что предсказали Керри Пуджа на четвертом стриме. Я уже сам хочу посмотреть на Керри Пуджа. Ну смотри, у нас тут пока вышечка продолжает гореть. Никс забежал в разведку за тауэр, никого там не нашел. А ТХД планомерно через четвертую пассивку сносит тауэр. Да, и получает этот тауэр. Смотри, 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 залетает Бэтрайдер. Такой, ага. Ага. Так, ну почти получил. Я его почти поймал, пацаны. Что это было? Вот у него был даггер все это время. Слушай, я могу удивляться на квадратном сантиметре 10 тысяч раз. У меня Джакира с фейзами летает. И давайте, конечно, покажите мне в чате сейчас, что я говорю. Ты чем мудак, Джакира физи всегда собирает. Вообще-то так и есть. В смысле, я про то, что в чате кто-то всегда такой находится. Смотри, котел задувает. Не, на самом деле, тут Джакира, он уже какой-то лютый. О-о-о-о-о-о-о, 25 хп осталось у Джакира только что. Бэтрайдер там прыгает на Джиггернаута, Джиггернаута хиксирует. Никс. Никс хладнокровен. Он даже глазом не повел, когда Нага поет. Слип. Там Джакира улетает, и нет, Джакира не улетает. Готово подраться. Как подраться? Сейчас тут ДК просто сдувает. Дерево, рут, импейл неплохой, флеймбрейк растолкнули. Крабас, ты посмотри, как классно! Нормально, залетели, нужно закрутить сейчас дальше. Элдер Титана, киллинг спри уже у Джакира. Забавная, кстати, иконка, вот эта вот. Особенно красная харя, которая там. Ну и убегает у нас Бэтрайдер. У Бэтрайдера есть даггер, поэтому мне очень интересно, как он гонит Джиггернаут. Но там вышка еще стоит. Да. Там еще вышка стоит.
Да, конечно, то, что байбек Джиггернаут сделал, это не к добру, но зато они сейчас могут... Не, нормально, там фраг типа был, то есть байбек тут недорогой, недорогой, пока всего 359 золота. В ближайшее время он ему вряд ли понадобится. И штраф с него слетает достаточно быстро. Вышку сейчас тоже заберу, так что все будет норм у команды RRQ. Задувка. Очередная задувка, очередной карапасы. Карапас, естественно, да. И это минус вышка. Бэтрайдер, 15 секунд до лосо. Падает вышка, заберет ее опять Джакира. У Джакира уже мека. Джакира, фейзы, мека, 500 золота. На... 10 уровень на 11 минут. Да, 11,5 минут. Тут каким-то саппортом намекает, что они не доигрывают в играх. А Иникс такой тоже посматривает на них и говорит: ребят, что-то у меня тут... Аркан и Даггер сейчас будут через 2 минуты. А вот что-то не очень. Никс продолжает планомерно карапасировать задувки котла. Котл лучше сейчас уже не задувать. Ну да, тут арканы, тут хилинг вар Джиггернаута, то есть вещей, которые помогают жить, очень много. Ну смотри, их вроде бы прохарасили, да, там очень много дамаги входит. А толку, действительно. Ливин армор, хилинг вар. Все, вот смотри, и бочка залетает. Они вообще плевать хотели. И они просто вышли. Джакира! Неожиданно. Джакира. Фурион местный просто. Местный фурыч. Сколько он уже вышек поломал? 3, я точно знаю, минимум. Ну, 3-4 вышки точно ему досталось. На топе и 2 на ботами. В медле я не знаю, кто забрал, может даже он. Он забирал в медле вышку вроде. Значит, 4. Нормально пацан живет, чё? Да, пойдет. Дотации с вышек поступают постоянно. 900 на руках. Сейчас какой-нибудь форстафик. Я бы вместе Аганим или Дагон собрал. Ну, Аганим, кстати, там на Джакира нормально заезжает. Да и Дагон неплохо. Весьма неплохо, может быть, тут заедет. Дагер есть у Никса. Что да забей, Джакира? Короче. Смотрим сейчас на преимущество по деньгам. 5000. 5000 денег. Это все вышки. Идет команда RRQ. Конечно, это все вышки. Это все лич, да, как у нас там это было? Это все лич. 30 тысяч преимущества по XP, это лич. Это лич. Я не знаю, лич там полчищем должен ложить своих крипов просто. АОЕшка такая, да? Все, что попало в АОЕ, все переходит в опыт и деньги. Какой-то лич президент прям. Сейчас смотри, 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 Джиггернаут выходит, барабанщики, фейзы. Нет, улетает он все-таки у нас, точнее, убегает в мидл. Скоро появится Бокабола Драгонайт. Да-да-да, тут сейчас будет Джакиро. Давай, пошли, пошли, пошли. Вот так, в атаку. Слип. Слип. И Хекс и Слип, это как-то странно. Ну, тут пытается улететь Шадоу Шаман. Да, Шадоу Шаман улетает, все разбегаются. Вышку задефали. Да. Да, главное не давать сейчас Наги деформить ее рейдинс. Вот, кстати, не дать ей Сакрет, убить ее перед этим. Потом еще раз убить, еще раз убить, еще раз убить. Все. Да, на самом деле, если сейчас начать прессовать там Т2 по миду, заставить ее драться, выиграть какую-то драку, а левел у нее не слишком большой, всего 8,5 уровней у нее, и слип, кулдаун пока очень и очень большой, смотри, цепляют, нападают. Цепляют Бэтрайдера, начинает наваливать, будет ли лосо? Нет лосо. Да, ты имел в виду, что Драгонайт его лососировать, что ли, будет? Да? Будет ли лосо? А почему, блин, какая-то ссаная мышь может тащить целого героя, а дракон здоровый нет? Вот как-то так. Опять нереалистично. Нереалистично. Он может просто зубами взять любого. И смотри, 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 у нас там ХДшечка-то прям сквозь бэкдор протекшн наваливает. Угу. Где там жук-жук-жук? А жук у нас на нижней линии. Сейчас пытается забрать Шадоу Шамана. И у него, кстати, это более или менее получается. У Шадоу Шамана телепорт через секунду будет. И, скорее всего, придется делать этот самый телепорт на мидл. Потому что там уже вышка горит. Там проюзили фортификейшн. Ребята фуловые. Джакира поджигает ее, когда она по 15... ХП, но отваливается. Сколько он сжигает там? Он дофига, там 30 вроде бы, секунду, что-то такое. Да, смотри, поджигают Бэтрайдера, минус Бэтрайд. Потрясающая игра от Бэтрайдера в этом матче. И байбек от него. Смотри, смотри, смотри. Раз, летел. Хочет сделать даблкил. Да, походу хочет. Что, вышка для Джиггернаута. Джакира не доработал. Слабенький, слабенький Джакира. Оп. Вот так, смотри. Вот так. Пшли он отсюда, обои два. Обои два? Да. Yeah. Какой-то фильм про поклейку стен. Как угадаешь, сколько у меня коней, обоих отдам. Из того же разряда. Ну, осталась вышка на топе у нас, тир 2, и за ней сейчас выйдет Джакиро, по идее. Блин, я фанат этого типа. Бубу. Бубу. Бубу за слэйер. Бубу делает бубу. Я бубу за слэйер.
Брательник Сёмы? Да. Смотри, 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 Shadow Shaman подходит. Что ж ты будешь делать-то? Всего-то... Да Бубу даже не... У меня же было целых 450 хп, когда я сюда пришел. Как ой. Меня этот Никс убил? Ой! Ой! Эта команда, я имею в виду Myth Trust, не хочет поехать на International. Короче, Бубу сейчас, вот он показал всю свою мощь, когда он выходил на Расту. Он подлетел. Нет. Плюнул один раз и улетел, просто улетел. Там стоит Никс, а Карапаси, подкоп, манаберн, килл Бубу. Правильно. Там же целых 30 ДПС, а ты чё? Бубу знает, что делать, и вот это... Всё. Там говорят, только ульта у Джекира длиннее становится. Там, сейчас я вам скажу, что конкретно становится больше. Урон вырастает, как мы видим, на... Сколько? На 60... Ой, на 60, на 45 дэмэджа, да, в секунду. Ну и да, там добавляется рейндж, с которого ты закидываешь, она чуть длиннее. И, ну, не то чтобы чуть, а можно сразу кидать ее в драку практически издалека, и она там кладется вот, вот сюда куда-то. Вот. Ну, не так, конечно, длинно, вот до сюда куда-то. Что за слово «кладется»? Покладается так, вообще-то. Поклачо? Покладается. Хорошо. Запомни раз и навсегда. Окей, я запомнил. Оп! Опять Карапас, и этот стоит в котел. Да сколько можно-то, а? Да мне тардвилл ему по барабану. Подходит Джукс. А и... О... Ну там уже все норм, правда, Никс Ассасин немного перебыковал, потерял. Линкармор, сейчас хилинг вард будет уже 4 уровня, он уже есть. Сейчас Бетрайдер, Бетрайдер, я хочу посмотреть за Бетрайдером. Потрясающий игрок. Угу. Так, так, так. Ну я смотрю, у него очень увлекательная дота просто. Смотри, смотри, смотри. Блин, ну он выжидает. Не понятно, что он выжидает. Я хочу посмотреть, что он выжидает. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, сейчас, жопа горит у котла, посмотри, сейчас будет импейл, да. И тут мека не спасет. Там да. Горело, мне кажется, у Бетрайдера, потому что он такой, знаешь, летает, летает, выбирает байбэк. Позицию. Байбэк. Волевой байбэк от котла. Стан. Минута молчания в честь Бетрайдера. Блин, Джиггернаут вышку забрал. Бубу да, опять не доигрывает. Ну, Джиггернаут уже 2600, ему сейчас огодним одним кликом купить, и все. Смотри, Никс прыгает на котла. И думает, блин, что же мне так сделать похитрее. Карапас, это 5 секунд еще в кулдауне были. А минус котел. ДК вообще на морозе стоит, там несет строение. В миде 2 крипа колупают вышку, тут крипов чуть побольше. Они вроде чуть посильнее. Борозда Никсу. Ну, борозда, вон, да, немножко еще и по товарищу Элдер Тайтану заехала. Ставится хилинг вард, ты посмотри, кала просто, кала. 64 хп регена в секунду. Ну да, что ты ему сделал? Вот смотри, ставится, там залетает бочка, залетает какой-то форкет. Чувак, 77 регена в секунду под... Да, он фулл хп восстанавливает за 10 секунд. У их спылы тот же кулдаунится. Ну, короче, игра, кажется, перестала быть томной. Бетрайдер, да. Врыв, ну! Нет, почти, ай, почти, so почти. So close. Ну и смотри, да, вот-вот тебя гоним одним кликом у товарища Джиггернаута. Покрутился, хорошо. И вот она с радианцем-то стоит. А? Лейкелс-то. Да, сейчас начнет фармить. Сейчас скажет, берегитесь. Ого-го. Посмотри на этого шадоу-шамана. В мегу прожали. В мегу не прожали, он бы уже у фонтана валялся где-то. Не, не у фонтана. Покореженный. Не дошел бы. Мне понравилось, как пацаны тактично пропустили крипов по миду. Ты обратил внимание? То есть вот этих они забрали, а вот здесь крипы воюют еще. Это... А эти еще и фортификейшн прижимают. Там, да, там еще бутер протекшн, если что. Ну, Джекира это не мешает. Тут они, да, они наваливают. Давай подналяжем. Нет, не хотят. Да, ну кто-то нас обвиняет в том, что мы несерьезно комментируем игры. Друзья, вся серьезность тут закончилась минут 15 назад, когда Никс с ТХД закопали трипл противника. Причем реально закопали. С того момента все было примерно понятно. А с того момента, как Бетрайдер вот тут на топе возле вышки мансил, помнишь этот чудесный момент?
когда он с Даггером Никса байтил. У Бетрайдера 1.5.3. Ох уж этот мидер. А Даггер-то у него был очень тайминговый на 9-й-то минуте. Слушай, 21-я минута. Смотри, смотри, очень кучно стоят. Бетрайдер залетел, кого-то будет тащить. Комбинушка-то, комбинушка! Ну, да, почти получилось. Джаггернаут там прыгает еще. Чувак, ну почему? Вот у него есть лассо, типа, он даже не пытается никого сцапать. Джакира нет! 550 голды получает за Джакира, моментальный байбек. И решили отступить. Там уже тоже было миллиард байбеков, там 2 или 3 байбека. Раз стоят, поэтому лучше действительно отойти. Сейчас подхиль. Ага. Что такое? Ай, спалились, ну что же вы делаете? Там Бетрайдер уже полетел бы вас сейчас искать. Джей Донт Мув. Ребята, их нет, я волнуюсь. На кого же мне прыгать? На кого же мне отдаваться? Ну все, варды расы закончились. Можно заходить по миду. Теперь уже спокойненько. Тут натыкали вардов. Глаза просто все палят. Рейхата. Какой слип, ты посмотри, задувочка пошла. Сейчас карапасы будут. Котел. А там... У Бетрайдера тут уже 1.7 у Бетрайдера. Идет по таймингу. Заходит Нага сзади. Джиггернаут покрутился. Минус все, что там было. Бетрайдер очень хочет полететь на Интернешнл. Бетрайдер уже, мне кажется, прилетел на Интернешнл. Запрыгивает Никс. И Джиггернаут с аганимом. Потрясающая распрыжка. Минус 2. Ему вообще классно то, что там происходит под фонтаном у противника. Минус центральная сторона, 23 минуты. Но тут Мистраст отлетели вообще без вариантов. Вот насколько это могло быть безвариантно, они перевыполнили этот план и сделали еще меньше вариантов для себя. Мека пайп. Смотри, как он сейчас добавляется. Ну что ж. И макропиры нет на 12 уровне. Вот тут он, конечно, пробил. Ну да, ну да. Опять эти бочки, мне так нравится. Смотри, за слипом. Смотри, 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 вард, уезжает там. И, ну, почти получилось провернуть комбинацию. Сейчас вот Нага, видишь, танкующая Нага с 1000 хп умирает. Дальше Джиггернаут пошел, пишется команд, пишется ГГ, да, командой Myth Trust. И это действительно ГГ, только от RRQ. Они тут одержали чуть ли не самую салатную победу, которую я видел на этих квалификациях. И они отбирают очень важные очки у Myth Trust. Вот в чем дело. Это самая главная проблема, которая сейчас волнует этих ребят. То, что они сейчас отдают очечки. Отдали они очечко свое. Да, ну что ж, будем ждать окончания следующих матчей, друзья. Вы там далеко не разбегайтесь, у нас будет потом окончательный результат по групповому этапу и окончательный вердикт. Будут переигровки или нет, и кто же проходит в стадию плей-офф, которая у нас уже состоится завтра-послезавтра. Ну, пока что...